Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Доктор. Это канал для всех, кто хочет научиться веб-разработке. В этом видеоуроке мы рассмотрим темы для редактора Brackets. Темы мы можем найти в менеджере расширений в разделе «Темы» и установить любую тему, доступную для нас. После того, как мы установили какую-либо тему, заходим в меню «Вид», «Темы», и вот здесь мы можем выбрать другую тему. Например, Манакай. Вот мы видим, как изменился наш внешний вид. Изменились цвета шрифта. Некоторые цвета редактора. Вот здесь иконки у нас стали в круглые, а были квадратные. Ну и там еще какие-то другие изменения. Посмотрим еще какую-нибудь тему. Вот такие вот изменения. Вы можете использовать любую тему, это влияет только на ваше внешнее восприятие. Это никак не помогает вам писать код лучше, только для того, чтобы вам было приятнее смотреть на экран. Поэтому подбирайте это индивидуально, так как вам нравится. На этом урок по темам, думаю, можно считать законченным. Будем переходить далее. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, пишите в комментарии ваши пожелания, а также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. И нажимайте на колокольчик для того, чтобы узнавать о новых видео сразу после их появления. Вся информация, ссылки на сайты и полезные ресурсы будет в описании под видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!